Поезд на родину Ильича. На Куйбышевской дороге запустили новый туристический маршрут. Холдинг РЖД организовал уже 10 рейсов для туристов по проекту «Яркие выходные в Приволжье». В нем сейчас участвуют Самарская, Пензенская, Саратовская, Кировская и Ульяновская области, республики Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Чувашия и Удмуртия. На сегодня более 3000 туристов уже совершили путешествия в эти регионы. В Ульяновск турпоезд прибыл впервые. Первый туристический поезд Уфа-Ульяновск прибыл в наш город. Этот рейс чартерный. Разработано специальное расписание, потому что поезда, который приходит рано в Ульяновск и уезжает поздно из Башкортостана, нет. То есть это предоставляется именно эксклюзив. Но мы говорим, мы называем дополнительно, что это чартерный поезд. И программа делается под ключ. Завтрак, обед, ужин, объекты показа, интерактивы. Маршрут поезда проходит через Бугульму, поэтому есть пассажиры и из Татарстана. Всего около 200 человек. Любопытно посмотреть, какой город из себя, если мы тут не были. Интересно посмотреть вот этот маршрут по маршрутам Ленина. Посмотреть. Интересно же вспомнить молодость. Очень интересно посетить Ульяновск, Волгу, посмотреть. Мост самый длинный над рекой. Ну и вообще интересно СССР посетить. Всегда для вас готовы песни, петь и танцевать. Гостей города «Семи ветров» в ходе экскурсии провезли по улицам, где вершилась история Сибирска, Ульяновска и его жителей. Мы едем по городу, столько интересных исторических фактов. Здесь много сохранилось исторических объектов. Вот все-таки во многих городах России зачастую новые здания поглощают. А здесь все-таки мы видим, что есть возможность ознакомиться с историческими зданиями. В программу тура входит посещение дома-музея семьи Ульянова, а также расположенного там же выставочного павильона «Гараж СССР. Ретро-мототехника». Вот он, маленький деревянный желтенький домик на каменном основании. Ульяновы проживут в нем всего полгода, но именно в этом доме и родится Володя Ульянов, будущий Ленин. Во время интерактивной программы участников тура торжественно приняли в ряды пионерской организации. Галстуки повязывали ульяновские пионеры с большим стажем. Помните, книга была Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Вот очень практически мы пытались именно это выполнить. У нас был свой командир. Он нас собирал и говорил: ни в коем случае не говорите, куда и кому мы идем. Это действительно было интересно. Мы помогали в огороде, поливали также, траву могли убрать, дрова складывать потихонечку. Это было очень интересно. И самый интересный момент – это пионерские сборы в лесу, костры пионерские, песни пионерские. Как будто в детство, когда тоже так же принимали в пионеры в музее имени Ленина города Уфы. Там нас было 15 человек, самых лучших как бы выбрали с района, со школ, и возили туда, самых первых принимали в пионеры. Это вот прям такой вот аж мандраж по коже. Еще гостей из Башкирии и Татарстана ждала прогулка на теплоходе по Волге. В обратный путь туристический поезд из Ульяновска отправился в этот же день. Элла Шахова, Дамир Губиев, Вести Ульяновск.